1 июля 2012 года в Астане прошло торжественное открытие ежегодного кинофестиваля экшн-фильмов «Астана». Событие, которое с нетерпением ждут не только киношники, но и все жители Казахстана. По доброй традиции собрало огромное количество звезд большого кино. Традиционно сие мероприятие началось с пресс-конференции, на которой выступил основатель и президент кинофестиваля экшн-фильмов «Астана» Тимур Бекмамбетов. Да, сегодня первый день нашего третьего кинофестиваля. Я рад, что он жив и благодарен акимату города Астана, который нас поддерживает и помогает его проводить. Благодарен всем журналистам и молодым людям этого города, которые активно в нем участвуют. Фестиваль у нас уникальный, не похож ни на ни один другой фестиваль в мире. Ну а в 19.00 началась торжественная церемония открытия кинофестиваля, где на красной дорожке жители и гости столицы увидели любимых звезд. Ну а все подробности фестиваля экшн-фильмов «Астана» зрители хитового увидят в специальных выпусках дневников кинофестиваля «Астана», которые в течение трех дней будут рассказывать вам все, что происходит в столице. Не пропустите!